Культурный забег – это абсолютно новый формат. Организовывая, какую цель преследовали в первую очередь? Привлечь больше людей к бегу или обратить внимание на достопримечательности российских городов? Слушайте, вот прямо так-то и не выберешь самую главную цель. На самом деле все пошло от бегунов, потому что бег сейчас стал не просто способом достижений каких-то и свершений, преодолений, а бег стал у многих просто действительно нормой жизни. И все эти люди любопытные, которым нравится узнавать новое, как раз для них наш формат и появился, когда они с помощью привычного формата бега узнают новые города. Расскажите про особенности забега, что они собой представляют, какие есть фишки. Да, давайте расскажу, конечно, там все из фишек состоит, потому что, во-первых, это Urban Trail. У нас в России есть трейлы такие классические, когда люди бегут по оврагам, полям, лесам, и это, как правило, такие природные трейлы. Мы делаем трейл в формате города и бежим по пересеченной местности города. И для нашего маршрута мы выбираем тропинки, лестницы и даже забегаем в здание. Действительно необычно, тем более делается это ради знакомства с городом. Экскурсии проходят с аудиогидом. Кто составлял тобольский маршрут и сколько участников в Тобольске ожидается? У нас есть как группа людей-энтузиастов из бега в Тобольске, которые нам очень сильно помогают. Также гид в Тобольске Николай Яцкевич, он педагог, режиссер и актер. Представляете? То есть он даже не экскурсовод, а человек, который немножечко с другой стороны смотрит на город. Но мы еще его делаем и с помощью нашего партнера Сибура, и с помощью администрации. То есть мы еще не только вот эту вот историческую часть и какую-то культурную показываем, но еще то, что есть прямо сейчас в городе. Потому что действительно он сейчас живет тоже очень классной жизнью. В Тобольске мы ожидаем, я думаю, что около 500-700 человек, что уже достаточно много для знакомства с этим форматом. А вот, например, в Нижнем Новгороде, в котором мы проведем его в третий раз в июне, мы здесь ждем 4000 человек. Ох, судя по цифрам, формат набирает популярность, но вот 4000 для беговой экскурсии – это немноговато. Стены зданий устоят, через которые побежите? Вот этого все боятся, на самом деле нет, потому что у нас еще мы делаем такой специальный старт, он называется «Rolling Start». Старт. Это мы в стартовой арке не выставляем сразу всех участников, а они у нас идут к старту по такой змейке, как в аэропорту. И мы уже опробовали этот формат и убедились, что он нормально работает, потому что у нас бегуны бежали по Казанскому национальному музею, по художественному музею в Калининграде, по музею современного искусства в Нижнем Новгороде, по кинотеатру в Нижнем Новгороде, по торговому центру в Екатеринбурге. Ну, то есть в совершенно разные места забегали, жертв разрушений нет, есть только удовольствие и удивление.